Соблюдению графиков возведения социальных объектов и домов под расселение аварийного жилья в городском округе Красногорск уделяется особое внимание. На очередном заседании строительного штаба заместитель главы Илья Борщев обсудил с застройщиками и руководителями профильных управлений ход работ и процент готовности текущих объектов, уточнил ближайшие сроки сдачи школ и детских садов, а также вопросы начала строительства поликлиник в Ильинских лугах и ЖК «Новая Рига». На сегодняшний день мы готовим к открытию детский садик в апреле в микрогороде в лесу на 350 мест. Также у нас есть очень хорошая новость. У нас вышел уже новый подрядчик на завершение строительства школы в Митино 2 на 1100 мест. Мы сейчас ожидаем заключения контракта с фондом, но тем не менее работы уже начались. Ожидаем сейчас график, нам должен предоставить подрядчик новый, который мы, собственно, возьмем в работу и будем отслеживать, контролировать. За время встречи был проведен мониторинг строительства 28 объектов социальной инфраструктуры и обсужден перечень объектов, планируемых к возведению в ближайшем будущем.